кстати. Мам, можно и перется, пожалуйста. Всем добрый день, друзья, подписчики, зрители нашего канала. После посещения Мартвильского каньона Роман, а также штурман Давид решили нас завести у реки на магнитные пески. Расстояние от Мартвильского каньона до рек порядка 100 километров. Через 15 километров поедем. Приехали мы у реки. Здесь одни отели в основном. Такие довольно-таки современные все эти отельки. И вот здесь такой интересный, такие домики. Короче, вот этот один домик стоит 150 лари в сутки. Двухэтажный домик. Ну, в общем, вот такие домики рядом с морем. Вмещают 7-8 человек. Все удобства напротив их же отель. Вот это вот Гагетто. Там же есть ресторан, в принципе, и можно покушать, позавтракать. Да, у нас подарок нам от заведения принесли. По бокалу вина. Ну, то за грузинское гостеприимство, наверное, тогда. Да, да, тебе уже исполнилось 18 лет. Так, дегустация у нас идет. Всего подряд. Лимонада, вина. Давид, ну как тебе твой? На фигуре. Вкусно? О, это тоже, наверное, вообще классно. А, какой у него запашок. Телятина с картошечкой, с овощами. Аджахури, да, вот это называется аджахури. Вот это пляж у реки. Черный песок магнитный. Это вот такая неширокая набережная здесь. Вот мы прошли сквозь какой-то ничейный, неиспользованный участок. В принципе, место хорошее, но почему-то он не продается. Ну вот туда, там уже где-то буквально через там 300 метров, через 200 метров уже вот этот променад заканчивается. И вот он, черный песок, черные магнитные пески. Вот такой здесь в реках черный песок, магнитные пески. В принципе, довольно-таки мелко, потому что детишки купаются, не боятся. Все, его уже можно закапывать, да? Он уже все готовый. Это ритуальное погребение Давида. Он объелся хачапури, опился воды и выпил глоток красного вина. Ты уже намагнитился, Давид. Здесь же магнитные пески. Прощальная гастроль артиста. Ну вот у нас снежный человек или песочный магнитный человек. Смотри, ноги. Ноги, да. Вот такой пляж у реках. Катаются на бананах, летают с парашютом. Ну там вдалеке вообще засилье, просто очень много людей. Сюда, видимо, приезжают с детьми, потому что песок и, в принципе, рядом отельная линия. По сути дела, вторая линия, это вот, наверное, последняя, которая заселяется туристами.